Находимся мы в спортивном комплексе «Олимпия». Здесь я и начинал работать. Построены они были как раз вот дожинки, когда проходили. Я вот только закончил университет. Год работал буквально, и я еще параллельно работал учителем физической культуры, где учился в школе «Даник». Поэтому у него и выбора, наверное, другого не было, скажем так, как не обойти стороной баскетбол. Был как под контролем, так и здесь на тренировках, так и в школе. Поэтому в этом плане было мне, конечно, большое подспорье, скажем так. Ребята постоянно были у меня на виду, потому что основная часть команды – это как раз были дети из той школы, где я работал учителем физической культуры. Ну и вместе начинали становление мое. И я учился, скажем так, как тренер, постоянно хотел развиваться. Плюс ребята были, очень интересная команда, боевая, с хорошим характером. Вот именно, то есть, и как раз в это время спортивной школы мы только начали участвовать в детско-юношеской баскетбольной лиге, потому что до этого как бы у нас участвовали только девочки, тоже только начинали, вот как буквально. И я был, наверное, первопроходцем, получается, именно когда вот спортивная школа именно начинала свои вот такие официальные соревнования. Дисциплина, дисциплинированность его и желание развиваться, учиться, это все-таки, ну, я думаю, что осталось с ним на протяжении вот этого всего времени. Настырность и настойчивость – первое, что приходит на ум. Скорость и заряженность, ну, такая вот он в душе настоящий, мне кажется, форвард. Человек, который хочет забивать, и вот эта вот агрессивность, пускай будет так, наверное. Попал в нужное русло, в нужные руки, рядом с ним работают хорошие профессионалы, ну, действительно, профессионалы своего дела, благодаря чему все-таки человек из небольшого города с желанием, ну, попадает в национальную сборную, в команде, ему доверяют, не дело одного дня там, или одного года, поэтому он это тоже понимает. И рядом с Ростиславом Николаевичем, я думаю, что вот за этот промежуток времени, что он вырос очень прилично. Мы с ним продолжаем, постоянно поддерживаем связь, тем более он крестный моего сына. Мы не можем, скажем так, не видеться, как бы он ни хотел. Поэтому мы постоянно на связи, обсуждаем. Я смотрю его игры. Я очень рад наблюдать за тем, как он растет как игрок, как человек, как профессионал. Все-таки, ну, он спас, ну, я считаю, что еще он способен на больше. Я помню, тренировка начиналась, ну, не с того, что мы сразу играем, а что-то отрабатываем, ведение, передачи, вот все эти азы баскетбола. И мне просто, ну, не терпелось, чтобы побыстрее мы начали играть 5 на 5, чтобы там показать, что я лучше всех, что я могу забить. Правда, я пёр как поезд. Там просто стоят, я просто туда везу. Хорошо, сетка висит в спортзале. Могла его притормозить, доставали. Для формирования команды все-таки мы понимаем всегда, что нужен лидер. И, ну, я как бы в нем, ну, увидел действительно человека, который нужен был этой команде, лидер, который поведет за собой этих людей в дальнейшем, вожак. Поэтому вот как бы мы познакомились, увидел в школе, пошли тренироваться. И выехали на первое соревнование в Мосты тогда. Да, да. Третье место мы тогда взяли. Да, в упорной борьбе, но... Я помню, выиграли мы тогда Мосты на одно очко. На последних секундах. Да, на последних секундах за третье место. Проигрывая одно за 5 секунд до конца. Вот, и парень с Мостов выбрасывает мяч, то я перехватил, да? Я перехватываю и на последних секундах забиваю. И вот мы третье место тогда заняли, наверное, первая медаль. Первая и моя, как да, тренера. Она вот еще вот такая, самая маленькая. Вот, было прикольно, конечно, незабываемо. Помню еще, Артур Александрович у меня спрашивает, какая, ну, медаль уже у меня. Я говорю, первая. Он такой, все, будет еще очень-очень много. Ну вот, пока работаем над этим. Мы выиграли областные соревнования. Здесь у Гродно и Гродненского района, тогда там же тоже и Алексей Навойчик, где был там, скажем так, у нас там конкуренты хорошие были по области. Для нас это стало своего рода сенсацией, потому что команда, вот опять же повторюсь, укомплектована, 90% было тогда даже из города Лиды, и мы там из Гродно вот буквально взяли тогда Лешу, Эрика. Эрика и, ну,
Может, кто-то, да, кто, вот человека три взяли из Гродно и выиграли тогда. До этого особо, по-моему, даже не, тогда не занимали еще первое место по 2001 году. Нет, до. Да, не занимали. Вот. И вот мы поехали, я впервые как главный тренер, скажем так, для себя, и тоже уже что-то вот думаю, ну вот, это мое, так я надо помню, продолжать. Даже еще первая игра была с Гродно, и мы тогда опаздывали на нее. Да. И нас встретил папа Каско Даника, Игорь Вадимович, подвозит нас. На машине мы опаздывали. С кем играть? И мы такие, с Гродно играем, все, типа, капец, нам проиграем 100%. Он такой, так что вы так сразу рубите с плеча, может, ну, настроитесь, там все получится. И мы такие, да нет, там, ну, такие сомнения очень сильные были. Приезжаем в зал, вот из Дешор Гродненский, и уже видим, что там пацаны разминаются, то есть уже готовы, а мы еще в куртках заходим такие. Все, раз, два, там, 10 минут буквально, может, размялись, ну, плюс-минус. Ну, начали играть, и там, первая, вторая, четверть, третья, глядишь, уже и выиграть сможем. Ну, блин, радовались мы очень, ну, прям, да, и уже республика, значит, для нас была не уровень. Мы ехали побеждать, вот, и приехали буквально соревнований. Нас тоже тут очень здорово поддерживали, встречали, и вот пришли нас фотографировать все-таки для такого города. На тот момент, там, опять же, это только начиналось все движение, там, именно касательно спортивной школы мы тут начинали все. Вот пришли нас, отметили, скажем так, выделили там газеты, тогда Даник, да. В новости тоже, наверное. Директор школы торт покупал. Начинал впервые, да. Директор спортивной школы как раз апельсины приносил, бананы нас тут. После каждых соревнований встречали, там, независимо, там, первое место, второе, третье, приезжали, встречали для нас, говорю, для, вот, именно для школы на тот момент, это была, ну, сумасшедшая поддержка, и говорю, что действительно хотелось, да, получалось, нельзя было, да, не пройти стороной. Мы заслужили. Заслужили, 100%. Конечно. Самая главная достопримечательность города Лида – это Лидский замок. Очень много туристов приезжало с России, их собирали группами обычно по 20-40 человек. Они заходили в замок, там было представление какое-нибудь, бои на мечах, рассказывали историю, как защищали этот замок, про Гедемина, Витовта, как все тут происходило. Помимо достопримечательностей, Лида еще довольно промышленный город. Здесь есть заводы, Лидский квас, Лидская мука, Лиграны, это макароны, Лидкон, там делают различные приправы. И Лидская лакокраска.